Американский центр прогнозирования космической погоды предупреждает. В эти минуты Земля подвергается массированной атаке заряженных частиц. Солнечная радиация, вызванная выбросом коронарной массы, поднялась до такого уровня, что пассажиры и экипажи самолетов на высоких широтах получают дозу облучения примерно как при рентгене грудной клетки. Возможны сбои в работе систем связи и навигации спутников, а чуть позже, примерно к 16 часам московского времени, вспышка на Солнце вызовет на Земле сильнейшую геомагнитную бурю. Это плохая новость для метеозависимых людей, но хорошая для фотографов и видеолюбителей, поскольку красивые полярные сияния могут появиться даже в районе 50-й широты.